переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Там же мой ребенок! Не смейте его к ней подпускать! Имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера мы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Был ли у него недавно эмоциональный шок? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Внимание!
Всем ждать в полной боевой готовности. Медики наготове. На балконе один раненый и один без сознания. Нужна срочная эвакуация.
приказа. Повторяю, ждать приказа. Какого хрена ты делаешь? Ты будешь говорить или как? Это раздел «Параметры». Можно настроить игру по своему усмотрению. Ваши параметры сохранены. Это раздел «Дополнительно». Во время игры вы откроете дополнительные материалы. Они будут здесь. Пиздец какой-то. Хуй знает, что делать. Как же мой ребенок? Дети ему где его случай! Да херня это все! Твои бойцы! Так вот, дай мне приказ!
Тонале. Мое имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера мы сняли, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Thank you.
Прости. Уже больше. Чего мы ждем? Пристрелить его и все. Прямо на мушке. Какого хрена ты делаешь? Не то я прыгну! Нет, не надо! Я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор! Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю! Я пришел тебя выручить!
Ты в ярости, Даниэль! Но доверься мне! Позволь тебе помочь! Не надо помогать! Мне никто не поможет! Я просто хочу, чтобы это все закончилось! И я хочу, чтобы все прошло! Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них рандом. Что я им важен. А был игрушка, которую можно выбросить, когда наест. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! А говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Да нет, нет. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил их, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Не трогать! Тронешь ли, я тебя убью? Меня нельзя убить. Я не живой. Меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Все, ситуация под контролем. Вот! Я выполнил твое желание. Должен мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно, я поверю. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал мне. Thank you.
На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. Языках идеально. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Здрасте. Вау. Милый, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. $7,999 плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Следит за садом, водопроводом, чинит, красит. А ночью переключается в режим охраны. Идемте со мной, я оформлю заказ. Так, ну а вот та почем? Это MP800. Чуть подороже, но и функции, конечно, гораздо больше. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже, функции побольше. Бесит этот луч. Вот она. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Спасибо, милая.
Желание! Нам милее общество этих машин, чем друг друга! Технологии! Теперь наш бог! Созданные во служение, теперь они нами повелевают. Кто глаза таращишь, демон? Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, это ты сосуд самого дьявола. Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Андроиды — это зло! Человек подражает Господу, создавая жизнь. Но что это за создание? Твари из пластика и металла. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Далеко собрался, жестянка. Что ты делаешь? М? Быстрее. Да ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Посмотри на этого говнюка. Работу увел, а пальцем тронь посыпался. Да! Да! Вода! Вали! Да, вали! Мозг получен! Не уйдешь! Мы тебя сейчас порвем, как грелку! Бей его! Давай! Все. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Повредите, будете платить штраф. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Напоминаю,
Ты идешь? Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж.